Компания ТГК-14 и в прежние-то времена не особо церемонилась с должниками, а в последнее время, когда на дворе экономический кризис, демонстрирует особо суровые способы борьбы с неплательщиками. 6 февраля, когда за окном было почти минус 30, компания за долги отключила от тепла здание психиатрической больницы в Чите. Отключение было вот в этой теплокамере. Граница раздела наша. Они нам, получается, полностью перекрыли подачу тепловой энергии. И в больнице стало буквально часа через два, стало уже холодно чувствоваться. Температура в палатах упала, получается, ниже 16 градусов. Испытать на себе сеанс вынужденной криотерапии пришлось более чем 200 пациентам, в том числе и тем, кто находился в туберкулезном отделении клиники. Всем больным в срочном порядке выдали дополнительные одеяла и теплую одежду. Однако систему отопления одеялами не укроешь, и она могла в любой момент выйти из строя. Выявлено, что фактически ТГК-14 злоупотребила своим правом и таким образом допустила нарушение норм действующего гражданского кодекса. И фактически от их действий были нарушены права и пациентов, которые находятся на лечении в данной больнице, и медицинского персонала. Проведя проверку, прокуратура вынесла компании предостережение. В данной ситуации это единственная мера воздействия на частника. Между тем, в компании необходимость отключения социального объекта в разгар зимы объяснили наличием у больницы большого долга за тепло и бездействием краевого Минздрава и Минфина в решении проблемы. Однако здесь они не правы, так как буквально накануне, то есть в январе, оплата, частичная оплата за потребленную энергию была произведена, и сумма составила более 800 тысяч рублей. Ожидается, что долг будет погашен полностью уже к началу марта. А вот сама история с отключением забудется не скоро. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗапТВ.